Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на канале «В саду у Карины». Сад находится на севере Московской области. Как бы не хотелось, чтобы было постоянное лето, если ты живешь в средней полосе России, значит, наступит и осень, а впереди тебя ожидает зима. Похолодало, моросил небольшой дождик, в саду сыро, капельки воды так и остались на всех кустиках. И впереди ожидаются заморозки, занимаясь тем, что свои горшки с цветами заношу на холодную террасу. Подготовила для них место, вот эти три ступеньки, даже не три, а две. Одна у меня занята хозяйственными моими предметами, которые нужны в саду. И сейчас вот буду перетаскивать сюда фуксии, а фуксий у меня много. В этом сезоне я их начеренковала и хотела, чтобы на балконных ограждениях были кашпо с фуксиями. Но прежде чем что-то делаешь, конечно, нужно 10 раз подумать, чтобы твой труд был не напрасный. Фукси в этих кашпо на этих конкретно ограждениях они вообще не смотрелись. И вид ограждений пропал, и фуксии стали никакие. Поэтому я фуксиям устроила такие импровизированные подмостки с северной стороны дома. Лето было жаркое, а на солнце фуксии всегда горят. А с северной стороны как раз оказалось им очень подходящее место. И вот до сих пор цветут. Кроме фуксий в горшках есть и бакопа, камнеломки. Камнеломки, конечно же, не занесу на террасу. Эти камнеломки останутся стоять на улице и будут зимовать под можжевельниками. Есть и можжевельники в горшках, но они постоянно живут на улице, так и останутся здесь стоять перед домом до тех пор, пока их не накроет снегом, так и будут зимовать в сугробе. На тачке сюда не подъехать, нет у меня возможности, там уже все, везде вот горшки стоят. Такую важную работу, как перенос горшков с фуксиями, я могу доверить только лично себе. Лично. Итого у меня получился небольшой живописный зимний сад с фуксиями. Если говорить о сортах фуксий, их 5, но названий, к сожалению, не знаю. Покупала в горшках, на которых было написано «Фуксия микс». Кроме фуксий, занесла сюда горшки с колиусами и плектрантусами. Занесла сюда петунии, которые обрезала и по новой начали цвести, горшки с геранями. Поэтому вот так красочно и смотрится эта композиция. Октябрь ожидается впереди теплый, и если даже будут какие-то заморозки, то в закрытом помещении это не страшно. Конечно, все эти горшки в теплое помещение я не занесу. Занесу в основном только фуксии, петунии, бакопы, колиусы оставлю на улице. Возьму по веточке, посажу небольшие горшки, чтобы на следующий год летом опять высадить на улице. До свидания, дорогие друзья. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всегда вас рада видеть в моем саду.